Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе вновь вызвало беспокойство мирового сообщества. Как отметил в рамках программы «Актуально сегодня» политолог Али Гаджизаде, несмотря на провокационные действия, официальный Ереван не заинтересован вступать в полномасштабную войну. Любая конфронтация с соседями, с Азербайджаном, с Грузией, с Турцией для Армении опасна. Потому что мы же с вами понимаем, что это двухмиллионная бедная страна. Там даже какая-то небольшая конфронтация может подстегнуть дополнительный отток населения из страны. Да, сейчас пандемия, границы закрыты, но когда границы откроются, народ хлынет оттуда. По мнению Али Гаджизаде, попытки официального Еревана представить Армению в Европе в качестве потерпевшей стороны обречены на провал. Армения так и так оккупировала около 20% территории Азербайджана. И выступать с дополнительными территориальными требованиями, выступать с угрозами, военными угрозами и так далее, это работает, безусловно, против Армении. И на этом фоне пытаться создать себе на Западе имидж миротворца. В рамках программы политолог поделился своим видением причин возобновления провокации со стороны Армении на границе с Азербайджаном. Смотрите «Актуально сегодня» на CBC в 22:00 по бакинскому времени.